Внедрение кластерной системы в развитие отрасли показывает высокие результаты, особенно в аграрном секторе. Один из примеров – птицеводческий кластер в Жандорском районе Бухарской области стоимостью 18 миллиардов сумов. Перспективный проект создан совместно с белорусскими партнерами. Птицеводческий кластер Арджуманбонов в Джондорском районе реализовал первый проект по выращиванию 250 тысяч цыплят-бройлеров за счет 5 миллиардов сумм льготного кредита. В ноябре 2023 года было завершено строительство объекта для выращивания еще 500 тысяч цыплят. Стоимость проекта составляет 18 миллиардов сумм. В кластере есть не только кормовые павильоны, но и инкубационный центр, лаборатория, налажено производство комбикорма. Поскольку дома выращивать птицу в таком объеме не было возможности, мы арендовали землю. Сегодня работаем с зарубежными партнерами, потому что конкуренция очень сильная и за новинками невозможно уследить. В последнее время мы обмениваемся опытом с Беларусью в сфере новых технологий. Зарубежные партнеры выражают уверенность в успехе совместных проектов. Сегодня кластер поставляет продукцию во все регионы нашей страны. На данный момент создано 250 новых рабочих мест. Все это привлекло внимание зарубежных партнеров. В частности, одна из ведущих белорусских компаний «Саграда» сейчас запускает третий крупный проект совместно с кластером «Арджуманбону». Стараемся преподнести только самые лучшие разработки, которые есть на данный момент в птицеводстве, европейском и мировом. Рады сотрудничеству с Узбекистаном. Я думаю, что плодотворная предстоит еще работа по всей стране, потому что вы начинаете очень сильно развиваться, и птицеводство у вас будет интересное направление. После запуска проекта можно будет вырастить более 70 тысяч цыплят. При этом годовой объем производства кластера достигнет 850 тысяч тонн. Естественно, это также обеспечит работу еще 50 человек. Белорусские специалисты планируют реализовать следующий проект с кластерами еще на 2 гектарах. Рассчитан на поголовье 20 птиц на квадратный метр. Это будет приблизительно 35-36 тысяч птиц, и в этом зале будет содержаться и выращиваться. Оборудование для выращивания от корма бройлера. 4 линии кормления, 5 линий поения, полностью автоматизированная система управления микроклиматом, рассчитана на ваш регион с вашими температурными характеристиками. Неважно, какая будет температура, плюс 50 или минус 50 на улице, все равно птица будет комфортно выращиваться в течение всего периода с максимальным привесом, с максимальным качеством мяса. В настоящее время кластером ведется работа по выпуску продукции и по другим направлениям сельского хозяйства.